Смотрим дальше. Горизонтальный разрез головы на уровне водопровода. Вот это вот морфологические изменения уже происходят. Черный квадрат. Правый глаз на уходу зрительного нерва, ромбик. Делаем локализацию. То есть смотрим, что здесь такое. Тест очага. Подстроить все. Автомодель. И оптимальное распределение 1,618. И сюда у меня ходит трихинелла спиралис. Вот, трихинелла спиралис. Это жуткий червь. Вот написано. Вызывает трихинеллез, трихуроз. Заболевание распространено повсеместно, включая азиатские страны. В общем, этот червь у меня был обнаружен в виде шишки на плече. Вероятность его для меня не кажется маленькой. В общем, вот тут находится буквально здесь вот червь. Трихинелла спиралис. Дальше смотрим. Горизонтальный разрез головы на уровне четвертого желудочка. Здесь уже, значит, хааны. Потом морфологические изменения по ходу Евстахиевой трубы. Смотрим. Вот это вот самое грубое изменение, какое здесь, что такое здесь. Тест очага. Подстроить все. И опять красная точка показывает трихинелла спиралис. Ну, это диагнозы, которые она вызвала. Гемолитическая анемия, железодефицитная анемия, железорефрактерная анемия. То есть она буквально жрет железо ферум, которое мне предназначается. Вот. И серповедно-клеточная анемия. Тоже вот H4. И цитомегаловирус. Вот. Анемия аж даже в тройке, ну из 8. Венечный разрез грудной клетки захватим. Цитомегаловирус, аденовирус, очаги в правом легком. Сингулярная палочка, значит, палочка Коха, туберкулез легких. И капсуляция палочки Коха вызывает гистозную дисплазию легкого. Ну и Кингела Кинга бактерия. Жуткая бактерия, вот она вызывает даже септические артриты. Септические артриты вызывает. Она буквально есть связки паренхиматозных органов и просто даже связки.